Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас опять будет влог. Последнее время почему-то устала я от этих видео по психологии. Нет желания их снимать. Да и просмотров на них я смотрю тоже не особо. Поэтому буду сейчас снимать расслабленные влоги. Эту неделю я была, не помню, говорила вам или нет, одна дома, без деток, они у меня на даче. В эти выходные я за ними поеду. Поэтому я снимала почаще, выкладывала вам ролики, а следующую неделю уже я буду с ними и вообще не знаю, у меня график сбился, раньше я выкладывала вторник, пятница, теперь выкладываю как вообще придется, то выкладываю, то уезжаю, пропадаю, то опять выкладываю, в общем, не знаю, не знаю, что будет дальше. Буду сейчас по возможности выкладывать почаще, конечно, но как будет получаться. Погода у нас опять фигня полная. Два дня было жары и опять ветер, ливневые дожди. Тут недалеко от нас недавно был град, позавчера, такой, что побил все машины. Просто лобовые стекла все в трещинах. И бамперы, и двери, и крыши, там все побило вообще. Не знаю, слава богу, вроде как у нас тут на районе этого не было. Я боюсь, что мы уедем в выходные на дачу, и вдруг придет этот град и к нам. Не хотелось бы, конечно, чтобы наши с мужем машины так изуродовала стихия. Ну, не знаю, не знаю. Сегодня по новостям я смотрела тоже что-то там везде. Эти град, потоп, ливневые дожди. Стихия разбушевалась. Так, сейчас я вам хотела сделать небольшой обзорчик своего похода в Fix Price. Вчера я решила забежать в Fix Price. Мне нужно было купить что-то, какие-то сувенирчики, небольшие подарочки детям. Потому что, так как я еду к ним на выходные, они же меня ждут не с пустыми руками. Мы уже там кое-что купили младшему игрушку, самолетик. Вот, а дочке ничего я еще не приобретала до этого, поэтому пошла вчера на разведку, думаю, что же ей купить. Возраст такой, 11 лет уже будет в августе, и ни игрушки уже не интересно, и что-то более такое для деток постарше тоже еще рановато, в общем, не знаю. Короче говоря, не знаю, все ходят в Fix Price, закупаются там целыми охапками, у меня так не получается. Я все время смотрю, то ерунда, это ерунда, мне ничего не надо. Вот такая вот я, придирчивая. Единственное из того, что я купила для дома, это, как обычно, мои вот эти просто обожаемые салфетки. Мне нравится в них абсолютно все. Цена, качество, количество самих этих салфеток и дизайн упаковки. Ну вот прям шикарно. Когда я в Фикспрайсе, я всегда беру вот такую вот упаковочку или даже две. И взяла вот свои вот эти вот для уборочки. Недавно тут показывала вам уборку, говорила, что нет у меня вот таких полотенец. Обычно я пылем вытираю пыль. Когда сантехнику я протираю тоже, очень удобно, чтобы это все не разводить эти бактерии, не захламлять этими тряпочками. Терпеть не могу, когда куча-куча-куча всяких тряпочек в разных уголках. О, это не для меня. Поэтому вот эти салфеточки, это прям самое идеальное. Так, и что же я купила детям? Дочке из всего, что я там пыталась найти, нашла я только вот такой вот альбомчик «Рисуем от точки к точке». Я взяла океан. Здесь, там вернее, разные были и бабочки, там и какая-то природа, что-то, ну-ка, всякие разные. Значит, что это такое? Вот такой вот альбом. Ну, как вы уже, наверное, поняли, рисуем тут по точкам. Вот дана картинка, к примеру, «Морской конек». И много-много-много цифр, их надо все соединить. Это не детский вариант. Здесь действительно очень много цифр. Вот 457 уже вижу тут. В общем, разные всякие. Тут, причем, смотрите, вот дан конек. Раз картинка, два картинка. И еще, вроде как, я смотрела пустой лист после этого. Да, еще пустой лист. Ну, видимо, сам может там что-то накалякать, намалякать, я не знаю. И разные вот. Черепашка. Что тут еще есть? Кто это? Крабик какой-то. В общем, неплохо. Вот представлены картиночки, которые
Здесь есть ракушка, рыбки, дельфинчики. Мне кажется, что это полезно, занимательно, особенно вот сейчас в плохую погоду, посидеть, порисовать, посоединять эти точечки. Мне кажется, что это хорошо для усидчивости, формирует ручку к правильному письму, потому что это надо все-таки все аккуратно делать, развивает моторику. В общем, классно. Вот. А сыну я, значит, нашла там вот такой альбом-книжка для рисования. 10 страниц плюс 4 фломастера. Вот мне, кстати, вообще понравилась эта штука. Немножко она, конечно, запашок у нее присутствует, но ничего. Вот такая вот книжка на липучке. Открываешь. Мне напоминает, знаете, раньше такие были для дисков упаковки тогда. Чехол такой для хранения дисков. Вот похоже. Вот такие вот страницы. Черные, как такой, типа как пластик получается. И в конце фломастеры. 4 штучки. Вот тут они в кармашке идут. Получается, что рисуем мы этими фломастерами на этой книжечке, а потом стираем влажной салфеточкой. И все у нас стирается. Рисует очень ярко, красиво. Такие цвета прям мне понравились. Сейчас покажу вам вблизи, как это все выглядит. Так, сейчас покажу вам, как это все выглядит. Смотрите, какие достаточно яркие цвета. Желтый, зеленый, красный и голубой. Также забежала я в улыбку радуги в надежде выбрать все-таки что-то там для дочки. И купила я вот ей вот такую косметичку с фламинго, прозрачную. Мне она прям понравилась. Девочка растет, надо ее уже приучать быть девочкой, быть аккуратной, чтобы все у нее было там по полочкам разложено. Не было бардака, она уже у меня начинает немножко краситься. Тут недавно мы ей купили тени, но она не выходит так на улицу, а, знаете, так подкрасится, походит, помодничает и потом, естественно, стирает. Я ей дарю тоже какую-то косметику, которая мне не подошла или там уже близка к завершению. Ну, поиграться. Ничего не вижу в этом плохого. Я также в детстве начинала подкрашиваться вот в такой играючи, да, вот в такой форме. Не считаю это прям криминальным, каким-то смертельным, что прям маленький ребенок уже начинает краситься. Во время игры и как тренировка очень даже неплохо. Это все-таки, знаете, лучше быть, лучше девочке прививать женственность и женские штучки, а парню мужественность и там развивать какие-то мужские черты характера. Ничего страшного. Конечно же, не надо, знаете, чтобы это перерастало в какую-то там форму, там что намазалась, пошла, ребенок там еще 11 лет, нет. Но чисто в игре нормально. Я вспоминаю себя, как я в подростковом возрасте тоже делала свои первые шаги в макияже. И мама мне, в принципе, особо никогда этому не противостояла. Она так же, как и я, даже вот какие-то там покупала мне первую косметику, чтобы я поиграла, получилось. Это было мне безумно интересно. И когда я вот вспоминаю, когда мне там было уже лет, там, не знаю, ну, 15-16, я начинала уже краситься. И сейчас смотрю эти фотографии со своим этим макияжем, меня жар бросает. Это настолько некрасиво, настолько вульгарно. И это ужасно выглядело. Но я так полагаю, что это ужасно еще выглядит сейчас, когда макияж же все-таки со временем меняется. Тогда все красились иначе, чем сейчас. Но все равно, ну, надо через это пройти, надо, чтобы девочки, конечно, им хоть что там говорить, что это некрасиво, это вульгарно, это одно с другим не сочетается, но человек через все должен пройти сам. Так же, как я проходила свой путь окрашивания волос, когда я начала там тоже их окрашивать достаточно рано, там уже лет в 16-17 я вовсю красила волосы, то одним цветом, то другим. Портила их, то плойками этими завивала, то налачивала. Но ничего, ничего. Каждый должен пройти этот свой путь. Так, возвращаюсь. Значит, вот такая косметичка. И что же я купила? Какое наполнение в ней? Купила я вот такую пенку.
называется черная вулканическая пенка для умывания. Тщательно, но нежно очищает кожу и снимает макияж. Вот как раз таки за подростковой кожей уже нужно начинать ухаживать, чтобы, не дай бог, там в будущем не было никаких прыщичков, раздражений. И хочу свою доченьку к этому приучать, чтобы она умывалась не из-под палки, как сейчас у нас это происходит, а ребенка надо чем-то заинтересовать. Тут, посмотрите, какой тут, как этот называется, единорог, да? Ну, прикольная. Мне даже, я даже сама бы попробовала, но я уж не буду. Ну, ничем тут не пахнет, потому что она еще не открытая. Вот такая, значит, пеночка для умывания. Все в эту косметичку ей положу и подарю. И вот взяла вот такую из этой же серии мицеллярную водичку. Вот чистая линия молодец. Я всю улыбку радуги обошла. Ничего вообще такого не было, чтобы подошло, знаете, для ребенка, чтобы его заинтересовать. А вот чистая линия, хоп, попалась мне и прям думаю, ну в точку. Зеленый чай, мицеллярная, мими, мицеллярное очищение, тут так написано. Типа мимимишная, да? Подходит для проблемной кожи. Тоже она бывает уже немножечко кончики ресничек, так, знаете, едва коснется. А потом я ей все время говорю, иди умывайся, она умоется. Тут все равно какие-то черные разводы. Я ей свою даю мицеллярную водичку. Ну вот, теперь у нее будет все свое. Вот единственное, что я могла выбрать из таких небольших сувенирчиков для девочки. Альбомчик и вот это. Ну а парню нашему мы там купили самолет. Игрушку он у мужа в машине. Также в улыбке радуги я прихватила себе вот такую вот сушку, супер сушка от умной эмали для ногтей. Крашу ногти я сейчас обычным лаком и решила я, что мне надо сушка. Раньше почему-то вот у меня такая фигня, я все время вот вижу и такое, есть и такое, но как только я прихожу конкретно зачем-то, все время ничего нет. Я не знаю, почему так происходит, у всех так, наверное. Была только такая сушка от умной эмали. Ну, думаю, ладно, возьму. Но я там в магазине ничего не читала, что там, к чему это все. И пришла домой, нанесла. Опять это моя нелюбимая пипетка. Вот тут недавно тональный крем от Эвелин я купила с пипеткой. Говорила, что никак мне не привыкнуть. Мне до сих пор не привыкнуть. Неудобно мне с пипеткой как-то, не знаю. Мне удобнее дозатор вот этот. И тут тоже не кисточка, а пипетка. Ну, в общем, вчера я накрасила ногти, попробовала я нанести, и оказалось, что она масляная. Я же умная такая, не читаю, что здесь она написана софлоровым маслом. Ну, ладно, не знаю, что это такое. Ускоряет время высыхания, формирует защитную пленку для ногтя, нейтрализует резкий запах лака, сохраняет свежесть маникюра, увлажняет ногтевую пластину. Короче говоря, нанесла я вчера. У меня вот так вот все руки в масле, все это течет, капает, хорошо я салфеточку подстелила. Прям все в масле, вы знаете, как вот масло для кутикулы, вот типа такого. Сидела, там написано, накрасил, минутку подождал, нанес, ну и там ждешь там 3-4 минуты. В общем, посидела я минут 6, так потрогала, все в масле, салфеточку убрала, вроде нормально, вроде сухо. Пошла туда-сюда, мы стали в магазин собираться, пока оделась, и смотрю, у меня здесь вмятина, здесь вмятина, здесь вмятина. Короче, по-моему, это полная фигня, не знаю. Я буду еще раз пробовать, дам ей еще один шанс, но пока что фу-фу-фу, нет. И вот само это нанесение пипеткой. И по эффекту ничего мне не помогло. И вот это вот все в масле, это все течет. Что-то не то. Вот, взяла я сейчас свою косметичку. Вот этот у меня тональный крем с пипеткой, видите? Сам тональный крем мне нравится. Но вот эта пипетка, ну, я не знаю. Бывает, что я прям наношу, все время боюсь, и, не дай бог, это все капнет мне. Бывает такое, что я даже уже одела одежду уличную, и вот что-то там вижу несовершенство макияжа, и чуть-чуть там где-то я могу еще подмазать. Я все время боюсь, что я капну на одежду. Один раз у меня было такое, что я тональный крем запачкала кофту. Это просто нереально оттереть, чем только не пробовала. Тональный крем очень тяжело свести с одеждой. Так, еще я бы хотела показать, что до отпуска своего решила я поэкспериментировать и купить тени от Эвелин. Вот такую вот палеточку. 02 номер. Цвета мне, в принципе, понравились.
такие, я люблю такие цвета, нежные оттенки. Вот, единственное, что тут почти все они шиммерные, а шиммерные я не люблю. Я люблю матовые тени. И почти что все они шиммерные. Ну ладно, бог ты с ним, это еще как-то с этим можно смириться. Но они крошатся. Они так крошатся, я не могу вообще ими накраситься. Мало того, что они блестят, еще крошатся. Я вот, когда наношу, у меня прям вот так все по всему лицу, как будто я новогодняя елка. И что там я только не подкладывала, и потом это все удаляла, опять тональный крем наносила. В общем, единственное, как ими можно пользоваться, вот мой личный такой, моя хитрость, когда такие у меня тени, я совершенно не могу пользоваться кисточкой, потому что с кисточки это крошится все еще хуже, еще больше. И в таком случае я наношу макияж пальцем. Просто беру вот так вот пальчиком, на палец очень хорошо все налипает, не так, можно сказать, вообще даже не крошится, и вот так вот тихонечко я уже вот как бы так вот прям вот размазываю аккуратненько. У меня получается аккуратно, аккуратнее даже, чем с кисточкой, у меня прям вот ровно-ровно по контуру. И тогда у меня нет этого эффекта, что вот у меня вот здесь все это осыпалось, эти блестки. В общем, тоже, короче говоря, я не в восторге, посоветовать вам не могу, но... Если уж есть, то попробуйте, вот если у вас такая же проблема, как у меня, все это осыпается, попробуйте наносить пальцем. Можно даже цвета сосчитать, вот здесь вот, к примеру, нанесли одним, в уголок другим пальчиком другое, либо там стерли мицеллярной водичкой пальчик, в это место тут третьим нанесла, и все это очень хорошо, кстати, пальцем растушевывается, прекрасно, мне очень нравится. И пару слов об эпопее моей с тушами. Но опять не знаю, что такое. В общем, пользуюсь я вот этой тушью Luxe Visage, которую я вам хвалила. Сначала она мне очень понравилась. Прям ресницы такие были достойные. Да и сейчас они нормальные. Но опять-таки, ну нет у меня все-таки такого эффекта, как от Кабаре. Ну нет, не дает мне такой эффект. Я уже и этой мазну от L'Oréal, и опять этой. И вроде, ну красивые ресницы, но понимаете, когда я пользуюсь Кабаре, у меня прям вот такие ресницы, даже вот бывает на фотографиях смотрю, как будто, знаете, у меня такое наращивание сделано, но ближе к классике. То есть они такие вот красивые, такой изгиб, и достаточно пышные, не склеенные ничего. Здесь опять похоже мимо. Сейчас пойду я, надо одеться потеплее, погода это вообще плохая, пойду я на рыночек у нас тут, мне надо купить овощей и фруктов. Стараюсь овощи и фрукты я покупать только на рынке, потому что, я не знаю, у нас настолько вот эти пятерочки, окей, там карусель у нас магазин, ну вообще ужасное качество овощей и фруктов, просто... Вот, а на рынке помидоры ближе к настоящим помидорам, огурчики хрустящие, вкусные, персички, там черешня, клубничка, это все, конечно, вкуснее. Поэтому пойду я сейчас всем этим закуплюсь, и поедем мы на дачу за своими детками, привезем им вкусных фруктиков, подарочки, заберу я их, и следующий мой влог я уже буду с детками. Все, мои хорошие, оделась потеплее, такой у меня... Кофточка такая, ну, достаточно тонкая, но она с длинным рукавом. Вот на такую погоду идеально. Пойду я за фруктами, за овощами, прогуляюсь немножко, проветрюсь, подышу свежим воздухом. Без детей вообще, честно сказать, очень редко выхожу из дома. Выхожу только, когда приходит муж, и мы куда-то начинаем вечером кататься по своим делам, ездить. И почему-то с питанием тоже у меня какая-то ерунда пошла. Целый день я не хочу кушать вообще. Хотя с детками такого не было. Видно, из-за того, что не выхожу на улицу, не гуляю и нет аппетита. А когда приезжает муж, мы ездим по делам и постоянно заезжаем сейчас в какие-то кафешки. То роллов наедимся, то заезжали тут... У нас такая кафешка называется «Копченые кости». Обалденная просто. Там копченое мясо. Различные бургеры, не такие, знаете, как вот эта ерунда в Макдональдсе, а прям такие бургеры, которые как блюдо. О, безумно вкусно, но они такие огромные. И вот у меня какое-то питание, жду деток. Сейчас они приедут, и буду
наверное, нормально уже питаться. Не знаю, нет у меня аппетита без них. Ничего я не хочу. Кстати говоря, тут ходили в магазин. И, значит, покупала я продукты. Ну, как обычно, я беру. Я всегда покупаю примерно 1500 на 6,5, на 7. Ну, и мне это хватает там дней на 5. А здесь поехали, я закупилась один раз, у меня всего вышло 3000. Я купила много овощей, причем таких не самых плохих, а хорошие овощи все, салатные смеси вот этой свежей зелени, мясо там и такого, и сякого, и рыбы, и говядины, ну, в общем, всего, что вот мы любим кушать с мужем. И у меня вышло всего на 3400. Я обалдела. Это потому что нет вот этих всяких растишек, йогуртов, каких-то там булочек, фигулочек. Вот этого всего, что едят дети. Все, счастливо. Я побежала. Приготовила свою любимую такую овощную закусочку. Это обжаренные кабачки, баклажаны. И сверху я кладу на обжаренные кабачки и баклажаны тертый сыр с чесночком и зелень. Я просто обожаю такую закуску. Особенно я обожаю баклажан. Баклажан это вообще, я не знаю, наверное, мой самый любимый овощ. Буду сейчас наслаждаться. Ну все, мои хорошие, буду я на этом прощаться с вами. Обо всем я рассказала, потрещала, все обсудила. Косметику всю поругала, которую вновь я купила, да, все средства. Вообще не знаю. Кстати говоря, то, что я делаю обзоры вот на Баксдрав, на Патчети Блум, хочу вам сразу пояснить. Конечно же, понятное дело, это идет как реклама, но я за это абсолютно ничего не получаю, никакой финансовой поддержки, я надеюсь, вы это понимаете. У меня не такой канал, чтобы у меня была, скажем так, платная реклама, да, просто рекламодатели предоставляют мне продукт, я пробую, нравится, говорю, не нравится, меня никто не заставляет говорить хорошо о нем. Но пока что, действительно, вся продукция меня устраивает, то, что Баксдрав я рекламировала, я действительно пользуюсь этими кремами, крем для рук у меня стоит на прикроватной тумбочке, и каждый вечер я его наношу. Крем для лица, там было у меня 3 крема, один я уже использовала, прям весь до конца, сейчас я начала второй, вечерний крем у меня тоже, ну реально пользуюсь, а почему бы и нет, если они в принципе меня устроили, также и патчи эти мне пришлись по душе. Вот, поэтому не думайте ни в коем случае, что там я тут разбогатела, вам тут это все втюхиваю, естественно, ни рубля мне никто за это не платит. Поэтому говорю как есть. Делюсь с вами, что-то покупаю в магазине сама, то, что мне нравится, говорю нравится, то, что нет. Ну, вот видите, как вот с тушами у меня эпопея, да, или с тенями. Все не ко двору пришлось, скажем так. Увидимся мы теперь с вами, наверное, во вторник, если все нормально будет, все хорошо, успею я все заснять вам. Вот, уже буду с детками, безумно по ним соскучилась. Всех целую, всем пока. Не забывайте подписаться на мой канал, пожалуйста. Я всех жду новеньких к себе. Не забываю про тех, кто давно на меня подписан. Большое вам спасибо. Счастливо. Пока.